Настя в зеркальце глядела. Катя просто так сидела. Севка ныл. Егор молчал. Николай ногой качал. Мы на лавочке сидели. Мы с утра почти не ели. Дело было под обед. Из подъезда вышла Вика, а в руках кулек конфет. Вика ела, мы глядели. Тоже мы конфет хотели. Начал Николай просить. Дай кусочек откусить. Вика ела и молчала, никого не угощала. Спорим, Вика, на конфет ты перепрыгнула уже эту. Спорим, что быстрее Егора добегу я до забора. Но сказала Вика: не, все конфеты будут мне. Конфету! Я хочу конфету! Настя думала, гадала. Наконец она сказала: а у нас вчера собака родила троих котят. Котята выросли немного, а есть из блюдца не хотят. Спорим, Вика, или нет? Да на весь кулек конфет.